Приветствую, друзья. У нас скоро вебинар с Романом Газенко. Вы же все знаете хорошо, что словом, как говорится, оживить можно, и словом, как говорится, и настроение испортить. Но главное – оживить. И вот дело в том, что наш вебинар именно посвящен тому, чтобы в наше сложное время и вообще в любых обстоятельствах, когда человек теряет инициативу, теряет уверенность в себе, чтобы в этот момент в его сознании вспыхнуло, как огонек надежды, как талисман, который всегда человеку помогает, дает точку опоры, выскочило то слово, которое мы как раз-таки на нашем вебинаре каждый из нас будет для себя определенным образом кодировать в сознании по определенному механизму. А Роман, как психолингвист, подскажет нам значение некоторых слов в их истинном виде и природу их образования для того, чтобы мы выбирали для себя те слова, которые нам лучше себе запечатать. Для того, чтобы в трудный момент жизни, когда стресс так захватил кого-то, что в этот момент кажется, ну все, уже все, ну, чтобы это последней инстанцией было не вот это все, а было вот это. Раз выскочило это слово, которое вы сами хотите себе закодировать, и чтобы оно было верным. Да, и чем более оно верным, тем более в нем больше смысла, здравого смысла, и поэтому тем более эффективно. Это точка опоры. До встречи, друзья.